Всем привет! Японские биомедики вырастили искусственную кожу, а их российские коллеги не оставляют попыток вернуть зрение слепым и найти замену электронным устройствам. Об этом не только в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Команда биомедиков из Токийского научного университета совершила прорыв в регенерации самого большого органа в человеческом теле – кожи. Ученые создали новый метод выращивания из стволовых клеток трехмерных слоев кожи с волосяными луковицами, причем эти стволовые клетки с помощью генной инженерии биологи получили из ткани взрослой особи. Выращенная в лаборатории кожа имеет три слоя кожных клеток, а также потовые железы, волосяные фолликулы и даже сальные железы. На данный момент это самая сложная искусственная кожа, созданная человеком. А в России в скором времени будет разработана программа «Нейронет», которая в перспективе поможет инвалидам по зрению, колясочникам и другим пациентам, ранее считавшимся неизлечимыми. Ученые будут воздействовать на центральную нервную систему. По мнению специалистов, успешный результат возможен только в случае координации усилий нейротехнологии и исследований в других областях. В настоящее время ученые проводят картирование мозга, изучают орган на уровне физиологии, тканей, белков, нейронов, молекулярных механизмов. В перспективе нейронет сможет заменить собой интернет в привычном для нас понимании. И напоследок в Татарстане. Сегодня ученые всего мира стремятся создать спинтронные устройства, которые могут прийти на смену всем известным электронам. Работает в этом направлении исследовательская группа под руководством Юрия Прошина. Казанским ученым уже удалось предсказать эффект уединенной сверхпроводимости, суть которого состоит в том, что при определенной толщине слоя ферромагнетика сначала появляется сверхпроводимость, при увеличении толщины слоя она усиливается, а потом пропадает. В дальнейшем ученые планируют заняться исследованием влияния магнитных неоднородностей на свойства слоистых структур ферромагнетик-сверхпроводник. А на этом все.